Не боитесь, что вас будут в России считать предательницей? Будут. Уже. Так уже. То есть вы предательница, да? Да. Вже навіть підлітки у Курській області, які на відміну від російської армії та російських місцевих чиновників, які втекли з власних домівок через наступ ЗСУ, а вони ні, розуміють, що тепер для росіян вони вже зрадники. Так, вони, а не ті, хто мав захищати їх і просто кинув на призволяще. І тепер ці люди побачили справжнє обличчя руского міра, зробили висновки і знають, як краще далі їм жити. В России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну, как иначе? Ну, вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. И у меня нет варианта даже возвращаться в Россию, потому что мне сразу начнут приставать корреспонденты, возможно, даже ФСБ, я не знаю. А вы хотите выехать с бабушкой в Украину? Да, мы, в принципе, хотели... Ну, я, в принципе, хотела в Европу поступать после этого года. Ну, я не знала, как, что там. А сейчас вот, если получится, то через, ну, с помощью того, что я буду в Украине, легче поступить в Европу. Я б в школу пошла спокійненько, да хоч в Україні б закінчила. Ось ще послухайте, що каже ця мешканка Курщини, як вона і її односельці насправді ставляться до кремлівського диктатора. Так нас бросили всі. Я говорю, далі б зараз Путіна голову положили, от топор, я б йому роз... Ви знаєте, ребята, от чесно, я не подхалімничаю, ми ніколи не були за Путіна. У нас, от по селу у нас 90% у нас проти Путіна. У нас всі проти Путіна. Тим часом у Соловйова бомбить через останню атаку, зокрема, і по Москві. Так от, кремлівський пропагандист просто не своїм голосом намагається до когось там достукатись, що досить збивати ці безпілотники. Слушайте, ну давайте вже. Ну, коли я читаю, як ми збили безпілотник, но його, значить, фрагменти упали, подожгли і неділю не можемо, ну хватить уже, а? Я не знаю, кому і що треба об'яснити, що не може знаходитися в централізованому місці в одному гігантський склад. Что не 50-е годы, и что надо защищать, и средствами ПВО. Министр же 100 раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям, еще раз говорю, гражданскому обществу. Мы готовы помочь. И главное, ну, слушайте, ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну сбивайте по-другому. А тим часом інший вже пропагандист Коц тривожиться і каже, що провал у Курській області так нікого і нічому не навчив. І тепер варто чекати на прорив в інших напрямках, бо українці підготували вже достатньо зброї. І чи це не успіх демілітаризації? Я і говорю, що от у мене безпокійність, що противник где-то може ще ударити. Тобто це можуть бути різні направлення. Може бути удар там на Білгородщині, може на Курском направлении в районе Теткина, да, ударить на юго-западный угол Курской области, а может и со стороны того самого Глухова, причем я его не один раз упоминал, потому что там было отмечено какое-то движение и техники, и там очень такие мощные лесные массивы прямо примыкают к нашей границе, и оттуда можно развивать наступление, ну, например, на тот самый Рыс, который они в последние дни кошмарят уже сбросами с дронов, а можно в сторону Брянской области. То есть вот это то, о чем я говорю, что не все резервы мы еще увидели. Мы не видим авиацию украинскую, мы не видим западные танки, мы не видим работу, массированную работу артиллерии западной. Вот где-то это для чего-то держится. Ну, либо это держится где-то в глубине страны для того, чтобы по крупицам там затыкать дырки, да, как сейчас там на Южно-Донецком направлении, либо где-то вот они концентрируют, ну, не всю группировку, а накапливают там в разных местах, чтобы они в какой-то момент за вот этими, как они любят, малыми мобильными группами начали продвижение на нашу территорию, чтобы потом, ну, как-то улучшить свою переговорную позицию, как они говорят, потому что все-таки, как мне кажется, в воспаленном мозгу просроченного президента Зеленского есть некий план
поторговаться с Россией территориями, да, вот они сейчас взяли Курскую область, часть небольшую, попытаются там, вот они попробовали в Красноярушском направлении через погранпереход Колотиловка пробиться, у них не получилось, их там разбили, но если бы получилось, вот Красноярушский район, он Белгородской области, он соседничает с Суджанским районом Курской области, вот так вот они хотели расширить плацдарм, сейчас они попытаются с другой стороны это сделать, ну вот со стороны Глухова. Иначе зачем оттуда эвакуировать мирных граждан? Мы из Рыльска наступать на Глухов не собираемся. Да, мы наносим удары по военным объектам вокруг Глухова. В основном это лесные массивы, в которых прячется живая сила противника. Чего она там прячется? Вот, зачем она там накапливается? Для меня вполне очевидно, зачем. Поэтому мотивировать эвакуацию населения из Глуховского района тем, что мы там наносим какие-то удары по мирным объектам, но вы эвакуируете тогда и Киев, потому что мы и по Киеву наносим удары. А ось в деяких регіонах Росії ввели режим надзвичайної ситуації. Там все йде до того, що врожай просто пропаде, адже зібрати його не дають погодні умови. Погляньте, як зараз там викопують картоплю. Сьогодні, 7 сентября 2024 год. Это копка картошки. Первый раз в сезон. В жизни даже получается. Какая красота. Вот просто обалдеть не встать. Вон как мы ищем эту картошку. Теперь мы закопали ямочку, чтобы она на следующий год была ровненько здесь. Вот так вот. Необыкновенно. Вот какая она становится уже. Еще неизвестно, какая она будет на вкус. Мы это еще испробуем. И так у нас весь огород. Прекрасно. Потом мы это дело происходит в воде. И какая она у нас чистая. Мы ее прям... Вот она. И мыть не надо будет зимой. Великолепно. Да? Да-да. И вот и мы и сушим. Все классно у нас. Вот такое вот болото. Короче, трактора не могут проехать. Не могут победить. Короче, он Жандир на подмогу едет. Он тянет перетаскивает телеги, чтобы доехать до Бурда Силосного. Всем добрый день. Друзья мои, у нас практически катастрофа. Все стоят в воде, все стоят в грязи. У меня вот здесь вот. Я сегодня пикапом с третьей попытки заехал. На своем пикапе полноприводный автомобиль китайского производства. А це ось депутат російської Москміськдуми Ступін. Поясню, скільки ж можна було побудувати доріг на ті гроші, що Росія витрачає на війну проти України? Всього на один місяць війни з Україною денег, а іменно на балістичні ракети, танки, автомати, зарплати воєнослужащих, виплати сім'ям погибших, вот этих денег тратиться примерно столько же, сколько стоила бы чотирьохполосная високоскоростная трасса из Москвы в Архангельск. А если не воровать, то вообще в разы больше еще. За год войны денег бы хватило, сэкономленных денег, на то, чтобы обеспечить дорогами почти всю Россию. За второй год войны сэкономленных денег хватило бы, чтобы восстановить все школы и детские сады и отремонтировать их. Третьего года войны хватило бы на все больницы и поликлиники, чтобы исправить те вопиющие последствия оптимизации, которые наша власть нам навязала. Друзья, понятно, что этих денег уже не вернешь, но нужно хотя бы прекратить дальше тратить деньги в никуда, на то, чтобы убивать друг друга.
Так, грошей на війну пішло стільки, що кожен росіянин міг би отримати на роки, ну, десь кілька тисяч доларів, на які купив би і холодильник, і пральну машинку, і навіть унітаз. Але росіяни просто продовжують підтримувати Путіна та його кривавий режим. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І до наступного випуску.